Света и Даша. Мне нравится, как вы смотрите эту шапку. Но это к делу не относится. Сегодня буду показывать свои открытки. Часть видео я прокомментирую. Часть видео будет оформлена как слайд-шоу. Вообще открытки немногочисленные. Как правило, я напомню, что это будет исключение, которое мне давно будет смотреть. Ничем подписаннее открытка. Тема на цене. Вот, и такие тоже любые обычные. Так что наслаждаемся. Вот это очень милота милашная. Тинь, 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 тинь. Так, а вот эту открытку мне пришлось у себя оставить. Планировала ее подарить своему мужчине. Но расстались мы до того, как я успела это сделать. По-моему, 23 февраля я ее подготовила. Так что она у меня теперь осталась. Вот это уже не открытка. Это я вырезала с коробки из-под конфет. Очень уж мне понравилось. Здесь что-то празднуют, похоже. Ага, знакомые все лица. Конечно, хочется и мне тоже к веселью присоединиться. А вот эту открытку мне прислала целая Ульяна. Она же Улилай. Вот тоже от Ульяны открыточка. И опять от нее открытка. Вот эта открытка с 8 марта моей маме, моего отца, аж в 80-м году. Я тогда даже и не родилась. А вот это настоящий раритет. Открытка в честь моего дня рождения. Самого первого дня рождения. Видимо, другой открытки не было, или я просто 17 числа родилась. Видимо, папа ассоциация такая была, что 17 год. Угу. Посмотрим на обратную сторону. Милая, любимая, родная Лидушка, молодец, поздравляем, так держать. Здоровья отличного тебе и малышке. Отец и так здоров. И терпение ждем родных пенатах. Толик, Галка. Галка – это родная сестра мамина. А Толик, понятно, папенька. Пусть целый год везет во всем. Не повезет, а хоть поржем. Thank you.
Надеюсь, понравилось. Вдохновенного вам настроения. Пора готовиться к Новому году. Пока-пока.